Долгие годы набережная реки Оскол в районе квартала Старая Мельница находилась в упадке. Неприглядную и опасную картину создавали многочисленные разрушения стен, ямы, провалы асфальта. Строителям, зашедшим на объект, предстоял большой объем работ по расчистке и реконструкции территории. Масштабный подготовительный этап уже пройден. Выполнена работа по демонтажу, сделаны работы по выносу инженерных сетей, водопровода и канализации. Проведены работы по укреплению береговой линии. Забивных свай у нас предусмотрено более 700 штук. А также берегоукрепительная часть бурнобивными сваями. Это средняя площадь будет укреплена. Там будут выполнены работы по монолитной стене. Подпорная стена из монолитного бетона. Регулярно на месте строительства проводятся рабочие совещания с участием подрядчиков, проектировщиков, руководством и сотрудниками администрации округа, а также представителями от «Металлоинвеста». Главным инженером управления капитального строительства и ремонтов ОМК Игоря Калядина и его коллегами. За ходом работ следят оперативно. Объект находится под особым вниманием старооскольцев. По итогам рейтингового голосования среди горожан набережную назвали первоочередной для благоустройства в рамках масштабного государственного проекта формирования комфортной городской среды. Понимая значимость вопроса, в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве «Металлоинвеста» с правительством Белгородской области, компания выделила на благоустройство набережной 100 миллионов рублей. В партнерстве с компанией «Металлоинвест» именно в текущем году, а не в следующем, как это предусмотрено программой, мы приняли решение производить эти работы. Все то наполнение, все те конструкторские, дизайнерские решения, которые были заложены, конечно, все это в том числе благодаря компании «Металлоинвест» будет реализован именно в том виде, как мы это представляли в ходе рейтингового голосования. По задумке проектировщиков, на первом ярусе, который будет непосредственно примыкать к водной глади, появится прогулочная зона, места отдыха, лавочки, шезлонги. А на втором запланированы контактный фонтан, детская площадка, зеленые уголки в тени деревьев. Будем всячески наполнять эту набережную событийными мероприятиями, фестивальной программой и так далее, чтобы это место жило, чтобы это место было центром притяжения в Старом Осколе. Оно радовало горожан, стало своеобразным символом города, потому что, имея в городе реку, и не украсить ее набережной, не вовлечь ее в оборот какой-то жизненный, не создать здесь комфортную среду, ну, мы считаем это неправильным. Поэтому мы вот по этому пути намереваемся идти. В скором времени староскольцы смогут в полной мере насладиться облагороженным видом на реку Оскол. Строители обещают, что уже этой осенью набережная примет достойные очертания. Благодаря компании «Металлоинвест» эта территория станет центром притяжения, визитной карточкой города, местом, где царит особая атмосфера отдыха.